курс дети читают стихи. Лаврушева Лана, ученица 10 класса Сосновской средней школы Шарканского района. Я люблю разных поэтов и даже ищу стихи из интернета. Я нашла стихотворение без автора, которое очень близко моей душе. Ты вчера приснился мне, папа, молодой, красивый такой. Говорил, что соскучился очень, улыбался, словно живой. Ты вчера приснился мне, папа, и хотелось так крепко обнять. У меня к тебе столько вопросов, столько нужно тебе рассказать. Ты вчера приснился мне, папа, и на весь мир хотела кричать, каково это маленькой папиной дочке слишком рано отца потерять. Ты вчера приснился мне, папа, а сегодня дождь нашептал, что Всевышний тебя очень любит, раз таким успехом к себе забрал. Ты вчера приснился мне, папа, молодой, красивый такой, отдалялся все дальше и дальше, словно знал, что давно не живой. Ты вчера приснился, папа, ты сегодня.